прошлом году наш город принял участие в федеральном проекте по финансированию объектов культуры. В его рамках будет проведена реконструкция Дворца культуры «Дружба». Помимо того, что деньги на эти цели будут выделены из федерального бюджета, программой также предусмотрено привлечение региональных средств. «Будем изыскивать средства и из городского бюджета», говорит глава города Владислав Денисов. Объект должен соответствовать своему статусу. Сегодня Дворец культуры «Дружба» – это центральное наше здание, центр культуры, который может расположить более 500 человек. Причем нужно отметить, что таких возможностей у ближайших территорий нет. Необходимо отметить, что мы продолжаем тот проект, который начали в прошлом году. Это создание социокультурного центра, в который входит площадь «Дружба». Это спортивные сооружения, на которых жители города занимаются спортом. Это открытие нового кинотеатра. Теперь подошла очередь и ремонта здания Дворца культуры. Вступление в программу предусматривает выделение более 3,5 миллиона рублей. И также мы планируем выделить из местного бюджета это около миллиона. В течение многих лет в здании не производился ремонт. Износился инвентарь, пришло в негодность оборудование. Проблем накопилось много, а сумма на расходы ограничена. Поэтому собралась комиссия, чтобы на месте определить, что подлежит замене в первую очередь. Предварительно обсуждали, как должна преобразиться сцена. Ведь так называемая одежда для нее должна соответствовать как техническим, так и эстетическим требованиям. Посетила делегация и танцевальное фойе, где намечено сделать косметический ремонт и поменять окна. В ходе осмотра разобрались с одним из главных вопросов, который необходимо решить – реконструкция отопительной системы. Также предполагаются некоторые изменения и на фасаде здания Дворца культуры. Выбор материала, цветовой гаммы – эти и многие другие вопросы обсуждались на выездном совещании. Дворец культуры «Дружба» является центральным местом всех горожан и близлежащих районов для культурного отдыха. Все уже знают, что в 2016 году открылся кинозал. В 2017 году у нас очень много запланировано, и мы надеемся, что все свершится. Специалистам уже поручено разработать проектную документацию, чтобы сразу, как только поступят денежные средства, можно было выйти на торги и выбрать подрядчика для осуществления всех замыслов. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».